Едем из Климович в Могилев и проезжаем город Кричев, основанный в 1136 году. Встречает нас братская могила и пушка. Мы уже в Кричеве были, но давно, да? Где-то в 2000, может, в 2017 году. У нас на канале есть видео. Мы там снимали дворец Потемкина в Кричеве. Автостанция, наверное, слева, да? Какой знак красивой женщины, где глобус и танк с георгиевской лентой. Вот это Хаммер. Шестерка на номере. Плохо. Кричев ли они ездят или как их? Наверное. На Хаммер. Двигаемся по улице Комсомольская. Парк, там внутри стоит самолет. Да. Это я помню самолет. А вон наш спай стоит. Угу. И вот здесь курган славы. И звезда какая. Ой, какой. Кричевский районный отдел Комитета Республики Беларусь. Сейчас будем пересекать какую-то реку, да? Или она параллельно идет дороге? Здесь вот зона отдыха, смотри. Угу. Парк камней, смотри, сколько камней много. Это интересно, искусственное что-то или это натуральное? Что не искусство. Выезжаем на улицу Щерса. Какой-то завод, он виднеется. Цементный. Цементный. Набережная, как облагородили. Дом колоритный, старинный. Пора бы его уже сносить. Да? У нас такие в Могилеве были? Да. Мы приближаемся к вокзалу. Кричев. Дизель у нас с Могилева сюда ездит, да? Ну да. Могилев, Кричев. Здание вокзала какое красивое, желтенькое. Памятник паровозу на вокзале стоит. Э-789-22. Огромный, с красной звездой. Кричев вокзал. Водонапорная башня. На вокзале пушка, да? Старинный. Вокзал охраняет. Водонапорная башня. Большой здесь ров, да? Наверное, какая-то речушка течет.